Внутри здания выполняем работы по монтажу на инженерных коммуникациях. Это вентиляция, это силовая часть, это слаботочная часть, электрическая. Также отделочные работы. Ведем подготовку потолков, стен и пола для уже нанесения чистовых этапов, покраски плитки и подвесных каких-то систем потолочных. Вот, по наружным работам выполняем подготовку фасада к монтажу декоративных элементов. Вот, по внутреннему двору выполняются работы по остеклению витражных конструкций, а также по устройству узла примыкания, оформлению примыкания этих витражей в районе плиты перекрытия. Это очень трудоемкая, сложная у нас подготовка стен к окрашиванию. Она там состоит из 5 слоев разных, которые необходимы для того, чтобы довести финальное состояние для покраски до максимально идеального. Нанесли мы вначале штукатурный состав цементно-песчаный, согласно проекту. Вот, в дальнейшем, для того, чтобы можно было по нему работать, выполнили выравнивание, сплошное выравнивание гипсовой смесью. Потом выполнили шпаклевание, для того, чтобы уже можно было приклеить стеклохолст. И по стеклохолсту финальная шпаклевка, которая уже, по которой уже можно выполнять окрашивание.